Так, сколько у нас будет? Я даже маленький, по кругу так вот будем. Вот так. Надо много накапать, и потом выклеить. А это ваш родственник, да? Да, это вот мамин папа. Нет, там в окне. Вот и старшая дочь. Это не надо. А, это цветок. Зажгёшь. У меня с другого конца оторвал. Не было такая шниточка. Тут на это много не наставите. А это ваш отец? Знаете, что покруче сделать. А как его звали? Жирков Илья Петрович. Председатель колхоза «Ганька». Друзецкая сельсовет. Хотя мы ставим на кладбище. Он не говорит, он только клеит. Ну, как это? Там падает эта свечка. Тоже обязательно. А куда ты их поставишь, как обрезок? Можно? Можно?